Добрый вечер, дорогие друзья! Мы все с вами существа не только физические, но прежде всего энергетические. И не секрет, что у каждого человека есть 7 основных чакр. Специалисты эзотерики утверждают, что их на самом деле намного больше, но в практике люди работают со 7 чакрами. И самая базовая чакра, она отвечает за нашу жизненную силу. Я думаю, что дедушка Фрейд согласился бы с этим, что наша жизненная сила находится у нас где-то в районе копчика, а, проще говоря, является нашим либидо. Наша либидо или наша сексуальная активность – это не просто вопрос размножения, а это также вопрос созидания, вопрос творческого подхода ко всей нашей жизни, ну и, конечно же, к жизни интимной в том числе. И сегодня у нас в студии интереснейшие гости. Конечно, красивая, эффектная, молодая женщина. Очень умная, очень образованная и приносящая огромную пользу нашей стране. Почему? Потому что сексуальное воспитание лежит в основе настоящего человеческого культурного поведения, грамотного отношения, а вернее взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между поколениями, даже старшими и младшими. Сексуальное воспитание позволяет нам не только обуздать в себе животное начало, но и направить животворящую силу природы, таящуюся в каждом из нас, в правильное, по-человечески созидательное русло. Итак, встречаем психолог и сексолог Ева Кудрявцева. Добрый вечер, Ева! Здравствуйте. Очень рады вашему визиту. Глядя на вас, уже хочется расслабиться, возможно, получить удовольствие. Но прежде всего хочется погрузиться в мир такой интересной науки, как сексология. Вы знаете, наверное, бытует стереотип, что в основном сексологи – это мужчины, причем мужчины почему-то сексуально озабочены. Почему-почему-то? Я не знаю. Не все мужчины сексуально озабочены. Митя, вы не озабочены? Вы не маньяк разве? А мы все так надеялись. Ну, если в глубине души. Да. Если покопаться, то там такие. Покопаемся после. Да. Но почему девушка становится сексологом? Что привело вас в эту интереснейшую, такую фундаментальную профессию? Так. Хотела сказать еще по поводу Мити, да? Ну, или... Так давайте правду, озабочены или нет? Или все-таки что-то надо сделать, чтобы его естество открылось и поразило нас своим масштабом? Ну, мы можем и в прямом эфире протестировать, да, можем и в прямом эфире. Я думаю, что все в порядке. Но есть, конечно, там тайные фантазии у Мити однозначно, да? А у кого их нет? Да, они есть, конечно, и фантазии могут быть и табуированные. Они очень полезны на самом деле для всех нас. Это не миф по поводу того, что много извращенцев, да, как озвучили, не только мужчин, но и женщин на самом деле. Как бы это ужасно не звучало, но факт остается фактом. То есть сексолог – это специалист, да, который занимается не только техниками секса, но и травмами. Не имея базового образования в виде психологии, невозможно помочь человеку, а наоборот, можно нанести вред. То есть травмами, которые получены не в результате секса, а в результате предыдущей жизненной деятельности. Конечно, человека. Да, ну и в том числе секса непосредственно. Угу. То есть это взаимосвязь, да, очень такая плотная. Поэтому здесь очень важно, да. А есть сексологи, которые дают техники секса, да, орально-мануальные ласки и так далее, там уроки гейши, я это так называю все, да, и... На самом деле, ну, действительно делают массажи, участвуют, как бы это, ну, сейчас, наверное, шокирующе будет звучать, участвуют в разного рода оргиях, БДСМ и так далее. Поэтому здесь нужно быть ну, очень аккуратной. Ну, как гид-инструктор, почему бы нет, а то, да... Забудешь, ну, как бы, слово, ну, как гид-инструктор, конечно же, да. Но если, допустим, у человека глубокая травма и есть предрасположенность к БДСМ культуре, например, да, здесь надо очень аккуратно. Или, например, транссексуальность возьмем тоже. Ну, да, да, там вообще это же все есть, очень сложно. Да, есть травмы, поэтому есть сексологи, которые могут нанести вред, на самом деле, и женщины, и мужчины. То есть это те, которые не имеют никакого психологического образования, и
Это ужасно на самом деле. Ну, давайте начнем, наверное, с самых глобальных тем. Раз сегодня вы уже, Ева, самих коснулись. Вот, люди, которые, чья душа, наверное, по воле Всевышнего попала не в то тело, да? Вы, как вы сейчас сказали, как это называют, трансгендеры или транссексуалы, да? Транссексуалы есть. Которые зачастую делают себе операции по смене пола. А вот почему такое происходит? Это что, генетическая предопределенность или травма в глубоком детстве? И генетический факт тоже может влиять на данного рода сбой, назовем его так, потому что все-таки это уже клиника, скажем так, да, и транссексуальность, трансгендер, это так уже тем более, то есть это уже из разряда психиатрии. Здесь уже не просто психолог-сексолог, это либо сексопатолог, либо психотерапевт тоже, да, психиатры. Уже медикаментозно, клинически это все лечить. А как вы думаете, с какого возраста человек имеет право принять решение о смене пола? Я слышала, в некоторых западных странах чуть ли не с 3 лет уже разрешают ребенку менять пол. Но мне кажется, даже гормонально-физиологически неадекватно. Ну, а как женщина, я в целом не сторонница такого рода мероприятий, скажем так, все-таки против природы идти, я думаю, что не стоит. А, вот. А если как специалист, как сексолог, ну, конечно, 18+, когда личность уже сформировалась, и человек отдает отчет действительно, да, и четко понимает, ну, наверное, даже ближе к 21 году. И некоторые 18 и 19 еще не сформировались. Митя, у вас есть знакомые, которые сменили пол или хотят? Ну, не вот. Ковровое покрытие в офисе. А, тогда нет. Да, нет. Тогда нет. Нет, вот, к сожалению, нету. У меня есть знакомые, которые ориентации вот, гомосексуальные, но вот именно чтобы сменить пол, вот что-то я не припомню такого человека. Но, с другой стороны, я это могу принять, потому что для меня это не что-то дикое, потому что все-таки, слава богу, уже... Ну, все бывает. Да, да, все бывает, да. И тем более, если действительно копаться глубоко, то, наверное, это будет даже какое-то избавление от каких-то страданий. Да? А вот, Ева, в чем разница между человеком гомосексуальной ориентации, ну, Митя, все в порядке с ориентацией, просто он начал эту тему. Просто голубая рубашка. Которого в обиходе называют пассивным, то есть, да, вот такое женское начало в мужчине, и человека-мужчины, который хочет сменить пол. Почему тогда гомосексуалист пассивного направления не хочет стать женщиной вот буквально? Это его особенность. Это так, как вот, то есть ему нравится это, быть в мужском теле это, конечно, и проявлять женское начало, да? Да, да, да. Здесь все, конечно, индивидуально. Ну, это как я люблю черный цвет, а вы, допустим, любите все цветное. Ну, то есть... А как же быть людям, которые рождаются гермафродитами, у которых и женские, и мужские признаки? Ну, здесь, конечно... Как им обрести свою сексуальную идентичность? Скорее всего, здесь поможет специалист непосредственно, потому что здесь нужна адаптация в обществе. То есть вы поможете, если да, что, конечно. Да, конечно. Сексолог занимается тем, что мы адаптируем людей в той или иной ситуации. То есть и трансгендер у меня есть, и транссексуалы, и нетрадиционная ориентация. То есть я всех поддерживаю и адаптирую. Потому что... Но... Гермафродит, он же не сможет быть одновременно мужчиной и женщиной, да? Даже люди нетрадиционной сексуальной ориентации, они выбирают тот или иной полюс все-таки своей акцентуации, да, сексуальной. Значит, и человек, рожденный гермафродитом, тоже выберет на себя статус женщины или статус мужчины? Ну да, тут опять-таки по внутренним ощущениям. А у вас есть такие клиенты? Нет. Ну, значит, все впереди. Миша, у вас есть... Ой, почему Миша? Миша, у вас есть такие знакомые? Так, сейчас надо... Ну что же у вас, какие-то знакомые все стандартные. У меня скучные, да-да-да. Ориентации традиционные. Хотя вот мне интересно, мы вот иногда с парнями собираемся, с девушкой, и начинаем рассуждать такую вот тему. Вообще геями рождаются или становятся? То есть вот как это? То есть вот потому что... Был у меня, мне очень интересно, мне вообще всегда интересно, и люди, некоторые говорят, что это вот как-то у них появилось, там уже после 16 лет проявилось. У некоторых, я знаю, есть даже дети и жены, и это вообще так, там уже после там, 2-го ребенка появилось. И вот как это, что происходит, что это сбой или что? Может быть и приобретенное, и генетически, как уже мы ранее говорили. И, конечно же, чаще всего, если, допустим, вот вы говорите, Мить, что вот есть дети, допустим, был женщиной, стал мужчиной. Ну, опять-таки, здесь
можно бесконечно говорить и перечислять причины, почему так происходит. Да? То есть поменялись вкусы, бывает такое от перенасыщенности сексуальной mm-hmm. жизни, а бывает от, например, такой часто очень распространенный вопрос, к которому ко мне приходит, например, небольшой половой орган mm-hmm. у мужчины. Например, да, опять-таки, может быть, стадия есть по Фрейду, стадия анального созревания. И в этот момент, если мальчика, допустим, поцелуями покрывает отец, вот здесь нужно очень аккуратно, mm-hmm. да. А в каком возрасте в это может быть? Ну, формирование вообще сексуальной эволюции у каждого, она, начиная от... Зачатие. Желанный ребенок, нежеланный ребенок. То есть это тоже идет, да, имеет значение, идет, имеет значение. А значит, потом от 1 до 8 лет идет интерес к гениталиям, угу. когда ребенок изучает свои гениталии. То есть это природный процесс, да. И когда родители начинают пресекать этот момент, когда там ребеночек начинает трогать, смотреть, там, девочки, бывает, через зеркала там рассматривают, да, начинают там бить по ручкам. То есть этого делать ни в коем случае нельзя. Допустим, у девочки мы можем дать запрет на удовольствие. Mm-hmm. Соответственно, отсутствие оргазмичности, чувствительности и так далее. Да? И женщина будет всю жизнь мучиться. То есть приобретенная фригидность, да, получается. Да. Ну, фригидность – это миф на самом mm-hmm. деле. А в любой женщине можно развить. Я как специалист, эксперт в области развития сексуальности, женственности, оргазмичности и чувствительности у женщин. То есть я всегда открыто заявляю, что это миф. Угу. Можно любую женщину сделать чувствительной, и все-таки мы все от природы сверх такие очень чувствительные. Я всегда говорю, что женщина как нежный цветок. В каком возрасте идет анальная стадия у мальчика, что не нужно чрезмерно ласкать его отцу? Ну, это от рождения до годика где-то. Угу. До годика. Да. Вот так вот. Да, идет, значит, анальная, оральная стадия тоже, когда отучают от груди, есть такое по Фрейду, если насильно заставляют бросить грудь, например, даже поверье такое есть, ну, по крайней мере, у моей мамы, то ребенок начинает потом курить в процессе, мужчина и женщина, есть еще такой факт. Вот, от 1 до 8 лет интерес к гениталиям, когда друг другу еще в садике, вот я помню, показывали. Играют у врача и так далее, да? Да. То есть это все естественный процесс нашей сексуальной эволюции, который влияет, соответственно, на дальнейшее, да, на нашу сексуальную эволюцию. Значит, потом от 8 до 12 лет мастурбаторный период идет, когда уже самоудовлетворением, изучением своего тела, это тоже немаловажно, как для женщин, так и для мужчин. То есть в дальнейшем тоже повлияет очень сильно на сексуальную. То есть нельзя жизнь. Без стука врываться в комнату подростка? Конечно. И тоже запрещать бить по рукам, да? Конечно, ни в коем случае, но нужно быть начеку. То есть сейчас есть разные программы, да, там родительские контроли и так далее. То есть смотреть, что смотрит ребенок, потому что сейчас очень развита за счет доступности соцсетей развита порнозависимость, например, у подростков. Я с подростками не работаю, я перенаправляю. Очень распространенная вещь на самом деле. И чем она плоха? Ну, тем, что искажается вообще в целом понимание о сексе, сексуальной жизни, как это и что это. И разного рода девиаций в поведении появляются уже. Непосредственно. Угу. Поэтому здесь... Угу. Очень... То есть подросток, то есть получается молодой человек, он уже не сможет вступать в интимный контакт с девушкой, и такое, да? может быть и такое, а может быть вступит, и что-то пойдет не так, пойдут девиации, то есть извращения уже какие-то, да? То есть и такое. А, кстати, Ева, кто такой извращенец? Давайте мы докажем, что Митя не извращенец. Я это и так знаю, да. Или не докажем. Митя, я знаю давно, Митя не извращенец. Кто такой извращенец? Какие критерии этому есть? Так, критерии. Извращенец. Ну, а я как специалист и эксперт, сексолог, да, не имею права говорить, что это извращение, а могу сказать, что это отклонение или клиника, да. Ну, это, например, зоофилия, педофилия, то есть это уже тяжелые стадии девиации. То есть, когда идет секс между взрослым человеком и существом, который не может быть осознанно дать согласие, да, на сексуальный акт. Ну, то есть, это уже сверхнормы, сверхнормы. То есть, что есть норма, когда есть мужчина, есть женщина. Да, сейчас в наше время там есть норма, допустим, ролевые игры, там, секс-игрушки, например, да. Ну, то есть, это норма считается. Ну, некрофилия, например, тоже. Ну, естественно, да, это уже... девиации. А, кстати, вот некрофилия с чем может быть связана с своим появлением?
Ну, это уже клиника, это угу. уже психиатрия. Это уже может быть связано с шизофренией, то есть симптом какого-то психиатрического конечно, заболевания. Конечно, это уже клиническая психология угу. и сексология. У вас даже друзей-некрофилов нет? Не, может есть. Ходят, может есть, звали меня пару раз, как говорится. Иди сам себе накопай, да? Да, после разговоров о том, гомосексуализм, это приобретенный или... потом сразу. Ну да, сразу позвали. Сразу позвали, да, с лопатой. Да, ваш вопрос, Митя. Меня всегда волнует больше вот именно гармония отношений мужчины и женщины в сексуальном плане. Как ее достичь? Потому что это же очень сложно. Мало того, что физически может где-то не подходить люди, но это же еще и, там, и темперамент, и много конечно, факторов. Конечно, вот. Должно быть совпадение непосредственно, потому что, может быть, правильно вы озвучили темперамент разный, половая конституция, то есть потребность в сексуальной жизни непосредственно тоже может быть разная. И это тоже, кстати, очень часто обращаются ко мне пары семейные с тем, что вот, ну вот развод у нас, все замечательно, там трое детей, прекрасная пара, друг друга хорошо знают, ну вот страсть ушла, хорошо, страсть возвращаем, что не так. А у него, допустим, средняя половая конституция, потребность в сексе, а у супруги низкая. То есть ему нужно хотя бы 3 раза в неделю, а ей там раз в месяц достаточно. То есть вот здесь опять-таки тоже, да, немаловажно. И то не буди меня при этом, да? Сам знаешь, да, что находится. Да. Конечно, есть пары, которые живут непосредственно, да, живут как друзья, их это все устраивает, ходят направо-налево, причем сейчас женщины не уступают мужчинам. То есть, исходя из практики, я, конечно, как женщина восточного воспитания, для меня это, ну, что-то с чем-то было. Ну, естественно, как сексолог сейчас для меня уже это норма, я все принимаю, но в самом начале моей практики, то есть, я вообще была в шоке, хочу ли я этим заниматься, то есть, я постоянно была шокирована тем, что именно у нас, в Казахстане, так, да, быть такого не может. Ну, сейчас, конечно, все уже, все шаблоны, все слетело, и как бы я уже открытый человек, да, потому что все-таки я эксперт. К вопросу, как сохранить гармонию, да? Да, как достичь, то есть вот, допустим, действительно, вот если мы поговорили, что вот лучше, хорошо, вот он темперамент, а если наоборот, когда женщина темперамент, а мужчине, ему же сложнее вот под женщину построиться. Да, да. Здесь, вот, здесь, конечно, ну, немножко таких два разных вопроса, да, как подстроиться и гармония, да? Да. Давайте отвечу сначала на гармонию, а потом на подстроиться. Да. Как, значит, держать вот эту гармонию, страсти и так далее? Конечно, внося новизну, узнавая друг друга. Если есть психологически хороший коннект у пары, все замечательно, да, они слышат и слушают друг друга, а это очень редко у нас. Этому мы и учим пар, на самом деле, психологи-сексологи, слышать и слушать друг друга. Это прям вот топ-проблема такая, да. Если психологический аспект, все в порядке, все замечательно, пара любит друг друга, понимают, все хорошо, не стесняются друг друга, то есть нет каких-то зажимов, там, блоков и так далее, открыты друг с другом, открытость во всех смыслах этого слова, то замечательно, вносим новизну, и будет гармония, выявляем фантазии, а фантазии, они безграничны. Ну, естественно, все в рамках. Не было такого, что пришла пара там и захотела что-нибудь там, ой, мы хотим свинг-вечеринку там или что-то такое. Перед этим убить соседку, да? Над трупом соседки. Да-да-да. Устроим тройничок, да, устроим тройничок, убив соседку. Нет, не было такого, конечно. К вопросу второй вопрос. А второй был, как мужчине, допустим, если женщина более темпераментна, а он менее? Про вопрос несовпадения. Темперамента, да, либидо и так далее. Женщине проще же здесь. Ну, я бы не сказала бы так. Здесь одинаково. На самом деле одинаково. И сейчас, вот исходя из практики, мужчины, а очень часто мужчины, наоборот, приходят и приводят свою супругу, и приходят, ой, научите, а как там, вот ласки хочу помочь. 42 года. 15 лет в браке, а что вдруг решили? Да вот я чувствую, что-то она вот гулять пошла. Хорошо, давайте научим. Еще массаж. А можно, да, вот прям мужчины молодцы, конечно. Хотя говорят, вот, наверное, к вам женщины одни приходят. Да нет, на самом деле мужчины в основном приходят. Мужчины такие ответственные у нас вообще. Я прям... Мне нравится работать с мужчинами. Я, честно говоря, первое время было очень много мужчин, в основном были мужчины. Не потому, что я такая красивая, это, конечно, тоже и сыграло. Вот... Это уже вторая роль, да? Поэтому я начала писать тренинги для женщин.
потому что мне хочется взаимодействовать, и это нужно, да, обмен энергии своеобразный. Ну и как же, что же вот делать мужчине, если ему редко хочется, а женщина его с него пытается даже не слезть? Ну, здесь опять-таки к специалисту. Искать, почему же так, как подуспокоить, может быть, женщине не хватает его вообще в целом, а может быть, добавить что-то новенькое. Виагру игрушечки можно. Нет. Игрушечки, например, чтобы она снимала немножко. Ну, как из вариантов. А так, конечно, здесь рекомендации, это индивидуально. Мы смотрим, потому что кто-то, какие игрушки. Ага, сейчас ты что-то, не грустно тебе. Я взрослый человек, какие игрушки? Да, и такое тоже бывает. А вы что? Это извращение и так далее. А бывает такое, что уже вот как раз-таки после 15 или больше лет совместной жизни, может быть, меньше, у кого как, чаще всего, мне кажется, все-таки мужчины приходят и говорят своей возлюбленной, а давай пригласим в постель третьего. Если третью, да, то есть, женщину. Вот, да. Если жена говорит, давай это будет мужчина, мужчина напрягается, да, ему все-таки хочется, чтобы было две дамы рядом с ним. Вы посоветуете это делать или все-таки, если жена против, то это приведет пару к разводу? Секс втроем – это самая распространенная фантазия мужчин, на самом деле. Ну и женщин тоже. И не только втроем, там и поболее, когда выявляла фантазии в процессе вспоминается практики. Вспоминается анекдот, да, когда девушка сидит на лавочке и читает книгу, такая вроде скромная вся, такая в очках, такая хвостик сзади, без макияжа. Подходит к ней молодой человек, очарованный скромностью, говорит, девушка, можно с вами познакомиться? Она говорит, а вы кто? Я говорю, принц из ваших фантазий, да, а почему один, а где с двое? Что здесь рекомендовала бы я? Здесь рекомендация есть только одна. Если ваш партнер категорически против этого, то этого не делать. Потому что, что бы ни делала пара, должно быть обоюдное согласие и желание. Есть очень много у меня пациентов, которые как раз-таки приходят подлечиться после вот этих вот тройничков, свингер-пати и так далее. Есть и такое. Причем очень тяжело. Бывает и по полгода проходим терапию. Допустим, пара, наши местные. Так, мужчине 38, а супруге 25. Взял девственницей, естественно. Девочка покрытая. И вот и запретный плод сладок, да, как говорится. И потащил он ее, значит, свою супругу на свингер-пати. А спрашивать никто не будет, да. И девочке дошло до суицидального. Ничего себе. Да, периода. Поэтому здесь очень опасно. Фантазии фантазиями, можно тот же тройничок воплотить как-нибудь. Ну, это опять-таки вот то, чем мы занимаемся, сексологи, да? Мы волшебники, которые превращаем что-то не очень красивое. Из тыквы, тыкву превращаем в карету. Да, вот этим мы и занимаемся. То есть вы говорите, зачем кто-то? Я сама приду, да? А, нет. Заодно межличностные ваши конфликты. Или по-другому, как в анекдоте. Подходит, например, Митя, когда женится, ваш сосед, и говорит, Митя, будешь в групповом сексе участвовать? Митя, о, а кто участвует? Ну, ты, я и твоя жена. Нет, не буду. Тебя вычеркиваю. Да, можно заменить, опять-таки, например, походом в массажный салон. Да, это тоже фантазия сыграет. Есть, допустим, эротический массаж, боди-массаж, ну, естественно, в хороший салон, где все чистенько, приятная атмосфера. Пожалуйста, мальчика, девочку, муж, жена рядом. Фантазия очень хорошо разыграется. После пришли домой, занялись бурным сексом. Замечательно. Фантазия, в принципе, свершилась. Ну, либо игрушку, опять-таки. А как вы думаете, Митя, стоит или нет заниматься тройничковедением? Тройничковедением можно. Да. А вот, вот именно ведением. Потому что мне кажется, что вот я с Евой согласен, что потом от этого как-то отвыкать, то есть это же...
Вообще, опасно привыкнуть еще. Да, вот, вот. А привыкнуть-то легче, потому что, как говорят, чтобы научить животное, допустим, какой-то команде, достаточно повторить 9-7-9 раз. И оно Но чтобы отучить, нужно, по-моему, 40 раз, что ли. То есть это насколько вот в разы, чтобы отучить. Ну да, нейронная связь уже организовалась, образовалась, и уже опасная, разорвать ее опасная сложнее. Опасная грань такая очень. Да. Чтобы не ушло в зависимость. Вот. Мне вот интересно, вот у мужчин, наверное, основная проблема, и все говорят, размер не имеет значения, размер не имеет значения. Не имеет значения или все-таки имеет? У вас же есть пациенты, клиенты, для которых, видимо, имеет значение. Да, хотя все говорят, для кого имеет значение, там действительно надо что-то делать, значение имеет, то здесь, конечно, есть разного рода насадки, например. Да. Ну, а вообще, по идее, 8-10 сантиметров достаточно, чтобы удовлетворить. Вот среднее это сколько? 10, 12, 15 сантиметров. Женщине достаточно для того, чтобы удовлетворить. А те женщины, которые говорят, что 15 сантиметров мало, вот, на самом деле 8-10 сантиметров достаточно. Ну, естественно, там понятно, да, чтобы ширина была тоже хорошая. То есть больше ширина. Женщина, которая не испытывает удовольствия, ей для самоутверждения нужно, чтобы там, извините, дубинка была. И такое тоже может быть. А вот вы упомянули здесь о зависимостях. Весь мир знает, что Майкл Дуглас, его отец Кирк Дуглас, страдают от сексуальной зависимости. Они лечились-лечились, но не вылечились. Как вот в той скороговорке для развития артикуляции, да? А есть ли у вас, Ева, такие клиенты? Сексуальная зависимость. Которые будут заниматься интимом со всем, что шевелится, что не шевелится, расшевелят и будут Это может быть, и это может быть особенность природная. Зачем ее лечить? Ну, может быть, и навредит семейной жизни. Подобрать себе подобного? А муж все расшевеливает. Подобрать себе подобного? Или женщину, которая будет принимать мужчину таким, какой он есть. То есть жена должна быть нимфоманкой? Нет, никто не говорит о том, что кто-то должен. Есть особенность высокого, сильного темперамента и высокой половой конституции. Где хочешь, не хочешь, против природы не пойдешь. А то же самое полигамность. Да, полигамность, она заложена в мужчине или в женщине. Ну, в женщинах это очень редко, снова мужчина. А взять многоженство, а что, это плохо? Нет, это тоже полигамность. Мужчина может позволить себе и физически, и морально, и материально обеспечить, осчастливить несколько женщин. А почему нет? А пусть счастливит. Это же тоже сексуальный аспект. Полигамность. Мужчине мало одной женщине. Не только для самоутверждения души своей, да, но и для обмена энергии, но и для удовлетворения сексуальной потребности. Но одна сейчас беременна, пошел к другой. Это же тоже полигамность. Это же тоже получается, что как бы не совсем норма в обществе, если так разобраться. Да? Ну, сейчас вот среди психологов такая тенденция набирает обороты. Утверждение, что полигамность – это не сугубо мужская черта. Что полигамность, она провозглашалась как сугубо мужская черта с точки зрения экономики, чтобы контролировать жену в браке, да? Но на самом деле, если мы посмотрим даже на обезьянок, на всяких других млекопитающих, то там и женщины полигамны. Почему? Потому что, спариваясь с разными самцами, они получают разнообразие генов, что очень хорошо потом сказывается на эволюционном процессе развития вида. Что вы на это скажете? Может ли женщина быть полигамным? Полигамной в нашем обществе? Да, конечно, да. Я же озвучила. Конечно, и женщина тоже может быть полигамна. Это такой маленький процент, но может быть. А, он маленький? Маленький, да, меньше, чем у мужчин. Это я просто к тому, что вот вы же сказали, что женщины тоже изменяют. Но вот я как-то, чем больше живу, тем больше знаю. И действительно, и женщины не то, что, может быть, они даже изменяют не из-за того, что они полигамны, но вот в плане, что, вот как говорят, все мужчины изменяют. Вот я думаю, не все мужчины изменяют. Не вот, все, да. Да, вот не все мужчины изменяют. Вот, но вот мне кажется, что женщин больше. Или я не прав, что вот женщины изменяют. Просто они делают это более тихо. Да, тихо, настолько тихо, потому что никто это осуждается, об этом, да, никто об этом не знает. Или я не прав. По поводу измены, я думаю, 50 на 50 вы правы. А,
Все, ну, мужчина изменяет для того, чтобы оставить свое семя в как можно большем количестве женщин. Новое впечатление. А женщины почему изменяют? Чувство обиды, мести, не добирают любви. Да, может быть, нехватка чего-либо. Нехватка. Опять-таки, сильный темперамент. Да, может быть, любит она своего супруга. Все замечательно. Дорогой, купи мне айфон, а как же другой? А другой мне шубу купит. Да. То есть, и, возможно, и материальный фактор тоже, конечно, да? Да. Ну, сейчас это же у нас очень модно, да? Что супруг с супругом сексом не занимается, все замечательно, у них там бизнес свой, на деньгах все держится, а в общество выходит, вообще пара просто идеальная, да? Все прекрасно, все замечательно, а, извините, сексом занимается уже давным-давно где-нибудь там с кем-нибудь. Ева, объясните, пожалуйста, как психолог и сексолог причину человеческой ревности. Ведь на самом деле, ну, если, например, брать с точки зрения физиологии, ну, что такое половой акт, да, что из этого так убиваться? Это вопрос просто гордыни, что он не со мной, он как бы пошел куда-то, выбрал, значит, не меня, я для него не самая-самая или не самый-самый. Или экономический это фактор, страх, что деньги будут утекать на сторону. Я думаю, все вместе. Здесь и страх, ну, и обида, конечно же, как это так. Обычно, если изменяют мужчине или женщине, потом человек начинает испытывать неуверенность в себе, порастать комплексами. Это же, ну, как бы эгоцентризм тоже, как так? Ничего себе, я же лучше или я же лучше? А кто такой, тогда я задам вам такой вопрос, кто такой бабник? Бабник? Психологи, я немножко как бы отвечу, получается, за вопрос сама отвечаю, да? Митя, к вам тоже как психологу вопрос. А, некоторые психологи говорят, что бабник – это мужчина, который был в детстве недолюблен матерью, либо она была жестока, либо ее не было, либо была холодная. Вот он бессознательно перебирает женщин и ищет вот материнскую любовь. Так это или не так? А, данный факт имеет место быть. Да, это может быть травма, связанная с детско-родительскими отношениями непосредственно. А также, ну, опять-таки, вот природа заложена, темперамент. Митя, вы как считаете, вот мужчина? Я думаю, еще иногда это как бы месть первой своей любви. То есть, если у него была... Да, вот не, какая-то неразделенная любовь, и все. И он после этого мстит всем не женщинам. Не на качество, а на количество. Да, ну, такое да. тоже есть, но это такой самый распространенный факт. Спортивный интерес уже, да, здесь проявляется такой на фоне мести. Да. А нимфомания... Это что, это психиатрическое заболевание? Смотря... Я слышала мнение одних психологов, тоже одних и тех же психологов, которые говорят, что нимфоманки несчастные женщины, потому что почему они так бегают по мужчинам? Поскольку они не могут получить оргазма, разрядки. Все время находятся в этом мужчинном состоянии. Они не могут получить какого-то рода удовольствия. Это может быть и физическое, и моральное. И тем самым тоже, как обиженная женщина может быть однажды одним из мужчин, как бы пытается, ищет тоже. Не на качество, а на количество здесь опять-таки. И, скорее всего, и бабник, и нимфоманка, а, возможно, еще у них есть интимофобия. То есть они не могут построить отношения, здоровые отношения, нормальные, осознанные. Интимофобия, то есть это не боязнь сексуальных отношений, а боязнь вообще в целом душевного отношений. Стриптиза, душевное откровение, искренности, да, боязнь? Ну, вообще в целом построение отношений, да. И они таким образом уходят, заходят в контакт и прерывают его, как только слишком близко подбирается другой человек. В эту тему вспоминается анекдот. Молодая красивая девушка сидит на приеме у мужчины-сексолога, говорит: доктор, я правда нимфоманка? Ну скажите же нет. И все вокруг говорят, что я нимфоманка. Уважаемая, вы отпустите мой половой орган, вы мешаете мне вашу медкарту. Что бывает и такое. Митя, ваш вопрос. У меня вот много вопросов. Давайте. И, ну вот, хотелось бы... Вот опять же, мы про детей говорили, что вот как сделать так, чтобы ребенок, ну, не стал геем. Получается, значит, нужно его, ну, желательно вот соблюдать там вот все, о чем мы говорили. А что делать, если ребенок пришел, точнее, не ребенок, а уже вот мальчик, или там 12 лет, 12, да, еще не сформировался, пришел к родителям и сказал там: папа, мама, я люблю мальчика. Что делать? Его вести... К специалисту. К специалисту, да. Конечно. И как
родителям с этим делать? Mm-hmm. Что им делать, да? Ну, идти к специалисту с детьми, мы всегда работаем вместе с родителями, то есть здесь идет работа и с родителями непосредственно. То есть надо же понять, это приобретенное, откуда это навязанное обществом, возможно, да, где-то в соцсетях посмотрел, что-то понравилось, там мальчик понравился с губами, с ногтями накрашенными и так далее. Угу. Да, сейчас время такое, мам, дорогая. И еще мне вот я, мое такое наблюдение, что вот считается миф такой, что вот красивая девушка – это счастливая девушка. А вот но чем больше я узнаю вот красивых девушек, это, как правило, вот самые несчастные вот люди. Вот честно, положа руку на сердце. Вот, мы вот... что, с Евой некрасивые? Да, мы... Нет, вы красивые, но есть же... Сейчас Митю темную устроим. Как мне устроить? Да-да-да. Нет, я же по статистике всегда есть... Сейчас некрофилией будем заниматься. Да, то есть вот это так? Или это просто мое какое-то субъективное... Это шаблонный миф такой. Шаблонный миф. Потому что... Не более того. Ну и вот опять же, вот красивая девушка и умная девушка. Как часто это происходит, вот совпадение? Вот мы красивые и умные. Это исключение. И вот опять же, девушка, вот она некрасивая. Что ей делать, чтобы вот быть, ну скажем так, королевой бала. Может быть, как раскрыть свою женственность? Вот либо как открыть, да, свою женственность, но чтобы вот действительно... Хорошо, подведу. К вопросу хотелось бы еще добавить, к тому, что красивая женщина, несчастная женщина. Красивая женщина, знающая себе цену, будем так, как бы грубо, да, это немножко звучит, но факт... Вспоминается анекдот. Софья Марковна, ходят слухи, что вы обладаете даром любви. Я? Даром? Да никогда. Знает себе цену. Да, чтобы женщина знает себе цену и знает четко, чего она хочет. Да, то есть уверенная в себе женщина. То есть что значит красивая? Она же может быть просто ухоженная. Все женщины красивые. Как стать красивой? Да прочувствовать, увидеть себя. Мы все прекрасные, все у нас прекрасно. Это общество, да, навязывает нам, что вот нужно там, там губы у самой... Ну, я люблю. Люблю тюнинги. Да, я этого не скрываю. Я люблю хаживать за собой. Да, можно любую девочку одеть в красивое платье, показать ей, какая она красивая. И ведь красота, она же не в том, что сколько ты весишь, какие у тебя груди. Ну, конечно, я не про то, чтобы там до пола все висело, от пятерых детей родила. Ты красивая, давай там одну закинула сюда, другую сюда. И завязать на спине. Да, или завязать на спине. Ты красивая, все замечательно. Как другой анекдот упоминается, что лежит супружеская пара в постели, уже лет 25 вместе. И он говорит: Сара, ну дай грудь, отстань, Мойша. Сара, ну дай грудь, отстань, Мойша. Сара, ну дай грудь, ладно, на. Лови. Да, то есть тут про внутренние ощущения. То, чем непосредственно я и занимаюсь с женщинами на своих тренингах, я даю понять и прочувствовать всю красоту внутри, силу энергии, женской сексуальной энергии, которой обладает каждая женщина. Ну, к сожалению, не каждая это чувствует в меру воспитания, опять-таки, да, детско-родительские отношения, опыт жизненный. Травмы. Да, травмы. Мужчины, да, которые не очень хорошо поступали с теми или иными девочками. Конечно, это все ведет к тому, что комплексы, неуверенность в себе и так далее. А именно вот этим я и занимаюсь. То есть моя работа и заключается в том, чтобы показать, что, посмотрите, какая у вас сила энергии, какая сильная женская сексуальная эволюция, энергия, как развивать эту энергию, как прочувствовать, посмотри на себя в зеркало. Есть такая практика, когда девочки перед зеркалом изучают свое тело. Посмотри, какая ты красивая. Да, если что-то прям критично не нравится, действительно, там, родила пятерых детей, извините, все везде висит, есть возможность, ну, хочется очень, да, сейчас есть пластическая хирургия, я сторонник, на самом деле, боди-модификации, почему нет, но в рамках, в рамках, почему нет, пойти улучшить. Как правильно все-таки дать нашим детям, молодому поколению сексуальное воспитание? Ну, рекомендации в половом воспитании, да? Да, детей, да, подростков. Детей и подростков. Первое, это принять тот факт, да, что вы... Это ваш ребенок, что есть сексуальная эволюция, и вы это тоже проходили, и ребенку надо тоже это пройти. То есть она имеет право на свой сексуальный интерес, конечно, на свои вопросы и ответы, конечно, на них. Конечно, да. Второе – это быть на уровне с ребенком.
Это что означает? Говорить уважать на его языке. Говорить на его языке. Угу. То есть, как вот я говорила ранее, какие-то увлечения, да, угу. если есть на уровне этих увлечений, рассказать о небистик, тычинка, например. Ну, да, вот. Да. И третье, это, конечно же, контроль. Угу. Контроль, мягкий, мягкий, очень лояльный контроль. Угу. То есть даже ребенок не догадывался. Да. Вот. Ну и, в принципе, это три вот основных кита таких. Благодарю вас, Ева, за ваш сногсшибательный визит на нашу передачу «Избранный». Я желаю, чтобы, знаете, побольше было сексологов в нашей стране. Я думаю, что тогда не будет никаких ужасных происшествий или будет меньше, если у нас родители будут внушать ответственность перед сексуальным поведением проактивным, определенным не только девушкам, говоря, что если в подоле принесешь, да, выгоню из дома, потом девушки то в мусорный бак, то в отхожее место выкидывают, то в окно такси детей, но и юношам, потому что юноши, как правило, настаивают на сексуальной близости, и юноша должен пользоваться в первую очередь контрацептивами, потому что девушка может быть не совсем знающая в этом вопросе, конечно, да? И, как говорится, инициатива наказуема. Или инициатива должна брать на себя, инициатор должен брать на себя больше ответственности. Вот так вот, да? У меня двое сыновей, я всегда в этом плане воспитываю, потому что говорю, это же, если что, вы хотите, значит, вы должны обеспечить безопасность уже вашей подруги, да? Вот. И я желаю, чтобы у вас было как можно больше благодарных вам клиентов. Благодарю. И чтобы они приходили к вам и благодарили за то, как вы улучшили их жизнь, сделали более счастливыми и наполнили их жизнь сексуальным счастьем, и не только сексуальным, а вообще счастьем как таковым. Благодарю вас. Благодарю вас. Друзья, если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливыми, помогите им стать людьми. Давайте им необходимую культуру сексуального воспитания. Это очень и очень важно, потому что интимная жизнь – это основа жизни каждого живого существа. Интимная жизнь, она поможет как подарить, создать новую жизнь, так и уничтожить какую бы то ни было другую жизнь, к сожалению. Если наши дети не умеют позаботиться о себе во время интимной близости, а еще лучше перед ней, не знают, как себя вести, что это такое, что такое контрацептивы, то тогда, к сожалению, они могут совершить непоправимые и страшные преступления. А когда происходит такое преступление, как, например, избавление от младенца, это негативная карма, этот грех ложится на весь последующий род такого человека. И родители такого человечка, совершившего этот грех, будут отвечать в первую очередь. Ничего постыдного нет в сексуальном воспитании. Разумеется, не надо устраивать нудистский пляж в формате одного дома или одной квартиры. Нужно соблюдать дистанцию. Не нужно, чтобы ваши дети посвящались вашу интимную близость с супругом или супругой. Не нужно расхаживать по дому в первозданном виде. Но необходимо уважать интересы ребенка, отвечать на его вопросы и способствовать его развитию. А чтобы ребенок стал вам доверять и задавать самые важные в жизни вопросы, для этого проявляйте интерес к нему в его жизни с самых первых ее мгновений, когда малыш протягивает вам ручки и просит помочь в каком-то, с вашей точки зрения, совершенно незначительном пустяке. Не отворачивайтесь от него. Не надо все время говорить: «Мне некогда, мама занята, папа устал, иди в сторону, займись своим делом». Детские интересы – это для нас ерунда, а для детей они очень важны. И если с первых же дней жизни ребенка вы будете для него лучшим другом, поверьте, вы для него останетесь таковым до самого конца. Я желаю вам до конца быть очень счастливым человеком и оставаться с нами. Спасибо.